Комиссия была создана в 2016 году. Тогда же и было принято решение о совместной работе с северо-осетинскими коллегами. Взаимодействие между республиками осуществляется в рамках программы «Национально-культурное развитие осетинского народа на 2018-2020 годы». По словам профессора Зои Битарте, такая комиссия была создана в далеком 1927 году. Лучшие представители тогдашней интеллигенции были в составе этой комиссии. Проработала она 10 лет и имела очень хорошие результаты. Итоги их работы сохранены в архивах научного института. Один из представителей тогдашней интеллигенции Санакоев оставил запись «Аце историон Цаутен фастактас кэнзэстэстэрарх». По прошествии долгих лет комиссия вновь возобновила свою работу. И теперь сегодняшние представители интеллигенции намерены довести свою работу до логического завершения. Тем более, что в современном и быстро меняющемся мире язык пополняется новыми терминами – неологизмами. Были созданы рабочие группы по разным направлениям осетинского языка – журналистике, лингвистике, литературе, этнологии. Еще в 2016 году я обратилась к тогдашнему президенту Леониду Тибилову по поводу содействия и создания терминологической кампании. Нам с историком Муратом Джоевым было дано поручение разработать положение по комиссии. Мы сразу же занялись этим делом. Помимо положения, мы представили список лиц, работающих в той или иной сфере и хорошо владеющих осетинским языком, чтобы поработать над терминами. Положение было одобрено высшим руководством страны, но вскоре пришли выборы, и власть поменялась. Работа комиссии вновь была приостановлена. Сформировано около 20 групп. В каждую вошли специалисты, представляющие определенную сферу деятельности. Комиссия будет разделена на две группы. Первая – это экспертная группа, а вторая – это рабочая. В конце всей работы члены экспертной группы оценят проведенную работу. В конце апреля этимологическая комиссия вновь собирается провести заседание с участием всех профильных групп. Они представят доклады о проделанной работе. Цель терминологической комиссии при правительствах Республики Южная Осетия и Республики Северная Осетия Алания – приведение к единой системе языковых норм на осетиноязычном пространстве. Эльвира Тибилова, Регина Черткоева, Айда Кочева. Информационный выпуск сегодня.